Привет всем! Вы на канале Games for Play, и у нас продолжение ван-апа за Луиса Муриэля. Вот вы видите, в нашем составе остается два нередких золотых футболиста. Нам нужно их поменять, то есть нужно, чтобы Луис сегодня забил два гола. Возможен такой исход событий, что ван-ап сегодня закончится. И у нас есть соперник, он готов. Посмотрим на его составчик. Ничего себе! Удивил. Бразилия, можно сказать, даже топовая фланги. Вообще убойные. Справа Халк, слева Неймар, 5 финтов, плюс скорость, дриблинг, удар. Сложно будет играть против такого соперника. Ну, давайте начнем матч, посмотрим. А вдруг он так себе играет. Просто составчик себе собрал крутой, и нужно отбирать мяч. Он пока что катает, пытается, по крайней мере, раскатать. Распасовочка, сразу же нас перехват. Отдаем центр на Луиса Муриэля. Луис Муриэль может обыграть, попробовать обыграть хотя бы. Луис ошибается, точнее я ошибаюсь. Луис теряет мяч, но на перехвате сразу же опять Луис Муриэль. Нужно пробить в руки, удар слабый такой себе получился удар. Ну да ладно, давайте, следующая атака. Так, наша, где Луис Муриэль, можно по флангу сюда. Ошибаемся. Хотя, Дикштайнер обычно на фланге со всеми расправляется. Где Луис Муриэль? Луис обходит! Ой-ой-ой-ой-ой. Не дали ударить, а обошел Луис красиво. Финтом 360. Ну ладно, Дикштайнер опять на фланге распасовывается с Конко. Пытаемся в центр. Здесь Игуаин. Видаль, не вижу Луиса Муриэля. Хотя Игуаин. Нет. Не мог я отдать пас Луису. Ну, все равно мы прессингуем. Атакуем. Луис. Или... Нет, это Игуаин. Я перепутал их. Игуаин не попал поворотом, как обычно. Пенальти он тоже. Также бьет. Хотя атака Луис Муриэль. Луис защитников убрал. Луис нужно забивать. 1-0 есть. Есть, поехали. 37-я минута. Мы забиваем первый гол. Первый гол в этом матче за Луисом Муриэлем. Остается мне еще один, чтобы закончить этот ван-ап. Так, атака. Гоин. Где Луис Муриэль? Где? Видаль, я думал, это Муриэль. Муриэль в центре ждет паса, там был Видаль, но все равно. Забили гол, хорошо, 2-0 ведем. Под самый перерыв мы забили второй гол. Это просто отлично. Жаль, что не Луис Муриэль, а Видаль, но... Да ладно, еще забьем. Еще есть у нас целый тайм впереди, так как первый закончился. Правильно, тайм начинаем. Игуаин пробуем Игуаином пробежаться. Заброс на Луиса Муриэля. Нет, там защитники играют. Ваня, хотя. Луис Муриэль убрал! Забивать такое надо. Диего Алвес, посмотрите, как Луис, Давида Луиса послал на очко. И вратарь спас соперника. Наш угловой мы разыгрываем центр на Луиса Муриэля. Не проходит пас, там очень много защитников. Отвлекают плотно, и контратака от соперника. Неймар убегает. Неймар дает на пустые ворота. Да ну. Обидно. Поймали нас на контратаке. И Патона забивает пустые ворота, можно так сказать. Неймар отдал голевую. Жаль, 2-1. Но все равно пока что ведем. И нужно забивать, а то соперник может закамбэчить, кто его знает, что до конца случится. Еще есть 30 минут играть. И Лука с мячом отдает на Халка. Халк сходу. Да ладно. Как он там? Там такой угол был. Буфон. Нужно было брать такой Буфон. Но Халк хорошо закатил. Слева и рабочий, дальний. Не особо шансов было, но такой мяч нужно было тащить. Соперник уже закамбэчил. Уже 2-2 выигрывали, 2-0. Нужно хотя бы третий не пропустить, а то вижу, команда что-то развалилась вообще. Потери такие, игроков не держат.
Выносим, выносим, выносим мяч, куда можем, туда выносим. Попробуем разыграться. Луис Муриэль на Эгуаина. Вижу, Луис забегает, заброс на Луиса Муриэля. Давай перебрасывай. Опять Диего Алвес, этот вратарь меня уже задрал в этом матче. Сколько он сейва уже сделал? Могли мы забивать очень много, но, блин, он спасает, постоянно спасает. А сейчас Неймар нас простил. Ой-ой-ой, простил, могли пропускать третий гол. Там тоже пустые ворота шло. Блин, блин, о, спасибо, Неймар. Наша атака продолжается. Вот вижу, Луис Муриэль забегает, забросик, Гуаин, как красиво, Луис! Я уже думал, мяч в воротах, я уже видел этот мяч в воротах. Смотрите, просто оставалось попасть. Пустые ворота, буквально пустые ворота. И Луис этого не сделал. Здесь защитники плотно стоят, не дают пасы раздавать на Луиса. И опять Неймар, он меня в этом матче уже задрал. Опять он убегает по флангу, ошибается. Ловим соперника на передаче. Перехвачиваем, Луис Муриэль одного убрал. Можно попробовать распасоваться с Игуаином. Заброс проходит, заброс, но я уже заигрался и в самом углу, и еще откатил мяч в сторону и потерял. Обидно. Обидно. Конец матча. 2-2. Спасибо, что хоть не 2-3 могли проиграть. Соперника был просто 100% момент. Он нас мог наказать, и в этом матче мы бы проиграли. Так, 2-2. Только Луис один гол забил, один забил вроде Видаль тоже, но мы меняем только одного футболиста сегодня. Это будет левый защитник из Лацио Раду. Вместо него я выпущу Эшли Коула из Ромы. Вот так. Остается нам поменять одного футболиста, центрального полузащитника. Второй матч я играть не буду, оставим еще на один выпуск. А так, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.